Всем привет! Вы на канале Сталевар, и сегодня будет отличный плейнспотинг из аэропорта Амстердама Скипхол, из зоны посадки D, в самом торце которого у меня была пересадка в Америку. У меня было достаточно много времени на пересадке, и из зоны D открывался с торца великолепный вид на рулежные дорожки, и множество отличных самолетов различных авиакомпаний двигались мимо, и мне удалось поснимать. Добро пожаловать в сюжет.
Спасибо за просмотр. Увидимся в новых роликах. Всем пока!